13-й всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Юрия Крикухи прошел в Омском велотреке и собрал более 200 спортсменов из 11 регионов страны. Соревнования вот уже второй год проходят в измененном формате. Если раньше на борцовский турнир приезжали взрослые спортсмены, сейчас здесь встречаются молодые. Та трансформация турнира, да, которая привела его из статуса взрослого в юношеский, наверное, это было очень правильно, потому что именно вот в таком возрасте закладываются какие-то вот, ну, действительно серьезная мотивация для спортсменов для дальнейшего своего спортивного совершенствования. Омские борцы успешно выступили на домашнем турнире, выиграв немало золотых медалей. Среди победителей Павел Чеплыгин, Александр Майер, Алибек Амиров, Амангельды Сибанов, Даян Нигматов. Я руку завязал и сбил соперника, и потом назад зашел и один раз накатил. Потом я хотел две руки загнать и отключить, и сбросить его. Но не получилось, ему дали пассив, и мне один балл, и поставили, и я его в партер раскатал. Что касается победителей из других регионов, награды высшего достоинства удалось взять представителям Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской, Курганской, Томской, Челябинской и Свердловской областей. Мы проходили по много сборов. Самым долгожданным поединком была финальная встреча в весе до 68 килограммов, где за золотую медаль боролись Александр Крикуха и Григорий Студеникин. Поединок начался с 2 баллов Григория. Однако позже Александр перехватил инициативу и досрочно завершил бой. Досрочную победу одержал Александр Крикуха. На этом турнире я уже выступаю 2 раза, и только первый раз мне удостоилось, ну, занять 1-е место. Эту победу посвящаю, ну, всей своей семье. По традиции гости турнира и члены семьи почтили память Юрия Александровича Крикухи минутой молчания. Каждый год на этих соревнованиях с теплотой вспоминают талантливого спортсмена, справедливого арбитра, выдающегося тренера и педагога. Отец тоже больше всего за меня переживал, когда я был спортсменом. Мы постоянно с ним там боролись, говорили о борьбе. Вся моя жизнь благодаря отцу, она как бы завязана на общении, вот именно через борцов. Конечно, спорт очень много дал, и за это я отцу очень благодарен.